Здорово, народ. Так, у нас шина заболела. Давай сходим-ка взглянем, что с ней делать. Так, я вообще могу как-то ее... Ну, я могу ее только что. Но я только выгнать ее могу. Тут другого я не могу пока сделать. Четвертый уровень. А, ну да, я же новую игру начал. Так. Так, все. Девушку отправили во свояси. Пошли посмотрим, что нам надо там разобрать. Так, вообще, какого я левела для начала? У меня, во-первых, он поднялся. Ну лады. Странно как-то, слушай. Тан-тан-тан. А, ну да. Я могу это сделать? А, это стоит. Ага. Дорого. Ну ладно, потом как-нибудь сделаем. Всего 4 очка, да. Но мы вот это тогда качнем. Тоже полезная штучка. Так это новая игра. Все, у меня уже все, крыша едет. Тихо шифером шурша. Бывает, народ, путаюсь. Так. Что мы кому можем дать? Отправить кого-нибудь? Ну, нет, отправить-то мы можем, но вот выживут ли они, вот в чем вопрос. Есть-то свои у меня приколы по поводу этого всего. Пока вообще-то рано, по идее, их отправлять куда-нибудь. Как считаете? Так, ты иди сюда, ты иди сюда. Так, мне нужно вообще-то зелье от зомби-заражения, но... Блин, ради эксперимента-то можно попробовать. У них-то ХП много, кстати говоря, о птичках. А у меня это... Отлично. Так, давай-ка попробуем на сбор трав их послать. На первую полянку. Посмотрим, как они там будут себя вести для начала. Надо, блин, за ними присматривать, их подхиливать перед такими вылазками. А, погоди. Один у меня вообще здесь, так, D200. 8000. Нифига у них тут у некоторых. Забавно, ребята. Зверят в кавычках. Нет, мне надо вот так вот сумки поменять, да? Это у нас на двадцаточку. Окей, и еще одна сумочка большая нужна будет.
если это... Так, погоди-ка, а у меня там что случилось? На базе. Отошел, называется. Привет. Волчок, зелененький бачок. Ты кто такой нафиг? Кусается с тобой, не скотина. И только-только. Я слинял с базы. Да нифига себе. Парни, помогаем. Что вам сказать могу? Да закрой ты эти грёбаные двери, идиот. У нас чё, двери, блин, вообще никому не закрыть, да? Конец. Не, ну слушай, мои и так хорошо с ними справляются. Уровень-то хоть подняли, народ? Да. Да ни хрена не уровень подняли. Ничего, теперь выше меня, что ли? Вот это вот вообще нечестно. Так, давайте-ка за предметами, может, отправитесь. Раз вам так везет, как мертвым. Совсем обалдеть можно. Прикинь. Thank you.
От скотина. Камень жизни пытался сожрать. Сколько у него хп-то вообще? А, у него хп, мягко сказать, много. Ну, надеюсь, они смогут его прибить. А как он все-таки здесь оказался, меня еще больше волнует. Погоди, у него... Я понял, у него отдача ДПСа. У него урон обратный. У него, зараза, обратный урон, народ. Я что-то как-то это не досмотрел. Это его потом воскресим. Да, с обратным ДПСом. Это, конечно, круто. Но вся проблема в том, что я-то обратный ДПС свой не выдержу. Да, надо накачать, короче, себе персонажика. 21-66. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я что-то такого как-то... предполагал, но не ожидал. Блин, себе вкачать обратный ДПС. Вот было прикольно. Так, погоди, какой у меня уровень персо? А, 7 уровень. Ну, эти пусть уровни все пока поднимают. Ну, еще один стражик. С этими песиками хоть и неудобно воевать было. Да, но они в основном себе сразу, народ говорю, броньку носят. Тут кому непонятно, в первую очередь. А потом все оставшиеся мне отдают. Вот в чем прикол. Так, у них пока безумие есть. Ну... можно их еще на сбор трав отправить. Кстати, они в уровне хорошо подняли. Это довольно-таки неплохо. Да, наверное, на сбор трав их отправим. Так. Предпочитаю отправлять их за зельями. Это, я думаю, будет пополезней. Ага. Кушать хочется, да? Тебе тоже? Тебе, наверное, маленький ждать охота. А, кстати, у меня один выгнан.
Они оба заражены или что? Кстати, возможно, оба. Кто еще у меня заражен? А, фу. Их атаковать там будут целую вечность. О, Девонька, здравствуй. Как у тебя дела? Ты даже продаешь такие крутые штуки? Ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки. Ха-ха-ха-ха. А вот с торговцами я явно, блин, перестарался. Так. Ага. И как я у тебя это должен покупать, чувак? Можно мне его убить? Попробовать хотя бы. А, видно, нет. Ну ладно. Пооблизываемся. Кстати, какого уровня у меня волколак-то этот? Ну, не такой большой, потом его куда-нибудь пошлем. Так, командой. Дайте почитать-то хоть. Достали. Ох ты ж, блин. Эй, иди сюда, большой. А, так он, смотри, он сожрал и уменьшился. Он не уменьшился, он мутировал. Так, слушай, какого они там уровня-то уже? Пока это 2, 0. Угу. Девонька, не надо притворяться крутой. Так, где-то здесь должен быть этот дурацкий кристалл, который надо уничтожить. Так, ну мне вообще-то для опыта пора бы перейти на другой уровень, если честно. Хотя пока мне и так хорошо, коли честно. Так, зелье у меня есть. Угу. Зелья маны тоже присутствуют в довольно неплохом количестве. Зелье против зомби даже есть. Блин, как меня это раздражает. Ой, кто-то приперся опять. Ладно, пошли на телепорт. Блин, народ, не даваться сейчас. Вот
там эти уродцы, которые, я думаю, они сейчас раздастутся, будет мне шик-трындец. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, иди сюда. Ох ты, больно. Ягиканин, иди сюда. Так, а что с нашими-то делать? А, он уже второго призвал. Ладно. В принципе, здесь реально надо начинать новую игру. Уровень мы поднакачали. Так. Да-да-да, все то. Не, я хочу новый регион. Мне что-то тот регион немного не нравится. Посмотрим, что нам на четвертом уровне ждет, а то больно просто. Вот это номер. Где это я? Для начала. Хорошо. Оу, какие вещи у меня тут есть. Тесачок двуручная, да? Одноручная, фигушки там. У меня двуручный. Так, броньку подобновляем всем. Да, конечно, броня, ребята, у вас, мягко сказать, говно. Даже на такую, на обычную они броню даже кидаются. Так, 26 броня, плюс 1 броня. Кинжальчик кому-нибудь нужен? Тоже нужен. В принципе, я могу очистить. Нет, это никому не нужно. Роба. Не вмещается шрифт, я так понял, да? Так, это у нас что? О! Один меч лучше другого. Так, у этого было вообще-то двуручное оружие. Ну, блин, ладно. Так, молот никому не запихнуть никуда. Можно, конечно, насильно им вещи выдавать. Я не хочу умирать. Помоги, прошу. Спаси меня. Спаси меня. Спасите. Я тут. Меня окружили. Не хочу умирать. Не понял. Он что, ее оскорбил, что ли?
Ой, какое у этого хорошее настроение-то, блин. А, понятно, что она за ним гоняется. Так, берем тогда их по уровню и отправляем в бой. За лекарствами, опять же. По идее, на задании друг друга они месить не будут. Да, но здесь у меня есть что-нибудь еще интересное. Защита, стойкость. А вот это уже неплохо. Так, ну и в принципе все, да, получается. Больше там нечего предложить. Ни себе, ни парням. Ты спрячься. Ну, дверку я оставлю. Кстати, насчет камушков надо подумать. Так, фейри стража тоже. Так, лады. Давай-ка подхилим. Не получается, да? Блин, ну Фейри Страж тоже такое себе, я тебе скажу. И не туда, и не сюда. И надо тогда себе сделать вот так. Неплохо принесли. Может, стаки надо было увеличить. А, стоп. Так и увеличить. Мозг все надо увеличить. Невозможно. А жалко, а жалко. А хотелось бы что-то получше. Зараза. О, уже получше понимаю. Дальше свой уровень, по идее, не должен качать, вот вообще ни разу. О. Смотри, подняли. Это хорошо. С предыдущим модом, правда, у вас бы ничего не получилось. Там столько не выпадает этой хрени. А, сейчас. Понятие «удиви меня» здесь не всегда работает, да? 7, 7, 7. Не работает. Так, ладно, здесь у нас что? Стойкость к холоду, урон холодом. Да, в принципе, мне это не надо. Рямба. Я тебя смотрю, там держатся нормально.
Ой, у меня красивый в этот раз городок, да? Блин, ну он маленький. Так, место NPC. Я вам сейчас, блин, дам там на улице гулять. Меня уже достали, народ. Конкретно, честно скажу. Когда надо, вы там. Когда не надо, вас вообще хрен не найдешь. Ой, здесь весело. Я смотрю, ничего не поменялось, да? Хотя нет, поменялось. Мне это больше нравится. У меня расчет свой был, наверное, сразу же. Отлично. Так, ребятки, мы и вернулись, озверелые. Ребятки, да? Так, что мне с этим каменным чертиком делать? Вот в чем вопрос. Так, 5 из 75. Этот уровень даже не поднял, ленивая жопа. Так, давай попробуем тебя еще поднанять. Ты не против? Еще один боящийся маг. Алиха меня коцнула. Понимаю, что вы воины, но, блин. Мне надо, чтобы по домам были распределены хоть кое-как. Так, лады. Уровень, говоришь, да? Но говоришь или нет, это не важно. Вкачиваем все в ХП. Это будет сейчас нужнее чуть-чуть. Так, делаем вот так. Ну и потом вот так, да? Небольшая стойкость-то есть. Пригодится. К тому же вампирский удар намного полезнее.
Так, а ну-ка, двуручный меч этого образца. Какой он тут из себя? А, я понял. Пока я не посмотрю это, да? Да, баланс, сразу скажу, уже есть какой-никакой. Ну, вряд ли то, что, правда, я задумывал изначально. Но хотя, я ж на легком уровне играю. Ха-ха, все, значит, правильно. Вот стрелять не надо. Ненавижу стрелков. Че зомби постоянно ко мне липнут? Можно вопрос? Так, ладно, давай-ка мы отойдем немножечко подальше. Посмотрим на мечи этого уровня. Не быть отстоями. Ой, ужас-то какой. Лучше ловушка башни огня, но правда. Та еще хрень. Так. Меч я здесь. Да ёлы-палы, как вы меня задолбали-то уже. Ой, а ты кто? Так, у меня 275, здесь 129. Конечно, хуже. 156. 9, карта сокровищ. Но пока ничего такого особенного не вижу. Да, у меня рассчитано на то было изначально, то, что я буду улучшать свои предметы. Так просто, как я думал. Так, мне надо бы поставить, во-первых, этого дурацкого стража, наверное.
хотя бы одного. Сколько там у ребят очков уже накопилось? Ну, пока маловато. Так, пошли немного разберемся в том г, которое мы насобирали. А, нет, смотри, кому-то даже нужно. Вот у нас вообще, мягко сказать, не при одежде, да? Где я таких нудистов набираю? Можно вопрос себе? Угу. Ну, хотя бы ему нож дали. О! Вот это ставим. Ну, я не знаю, двуручное оружие, конечно, можно попробовать, потому что у него критический урон хороший. Четыре предмета. Сумочка как раз самое то, что мне нужно. Так, здесь у нас 39. Никому не нужно. Серьезно. Неужели почти всех приодел, хотя более-менее? Ну вот сейчас тут, наверное, точно приодел. Странно, что меч никому не нужен. Так, ну вот это вот уменьшение я сразу удаляю, ну его нафиг. Вот это, вот это, вот это. Блин, так неохота его ликвидировать, но придется. Ладно, хватит пока извращаться. На этом я серию закончу. Кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, поставляйте под видео на YouTube. Всем удачи, всем пока.